Всем здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Латынцев Владислав Борисович, секретарь местного отделения общественного движения «Донецкая республика» и по совместительству глава администрации Ворошиловского района города Донецка. Все правильно? Да, все правильно. Добрый день. Да, расскажите, пожалуйста, чем вы занимались до военных действий, какую деятельность вы вообще вели? До военных действий я возглавлял Ворошиловский район в городе Донецке, совет. Ну, собственно, это было основное место работы. Руководил районом. И как вам это удавалось? Все было хорошо при Украине или сейчас лучше? Ну, сложно сравнивать. Это было одно государство, сейчас другое государство. То была система. Мы работали в совет, сейчас администрация у нас. Угу. То есть сейчас у нас нет депутатского корпуса. Но мы сейчас, извините, в государстве живем, которое находится в состоянии войны. И приходится решать вопросы, прежде всего, связанные с последствиями боевых действий. И ухудшилась и социальная составляющая, и количество людей, попавших в тяжелейшие ситуации, жизненные, в связи с военными действиями, увеличилось. Ну, это огромное количество. Извините, 1500 переселенцев у нас только по общежитиям в Ворошиловском районе проживают, которые вынуждены были покинуть свои родные дома по различным причинам. Из-за разрушений, либо временно оккупированные украинскими вооруженными силами. И весь букет проблем, связанных с этим, приходится нам сейчас решать, сопровождать, помогать людям, консультировать. В общем, все довольно непросто. То есть можно сказать, что работы стало больше и работать стало труднее? Работа стала другая, и труднее стало, и больше, но благодаря тому опыту, в принципе, не так много осталось прежних руководителей у нас в Донецке. А тот опыт, который все-таки знание района, знание людей и проблем примерной жизни сейчас, конечно же, помогает однозначно. Поэтому... Владислав Борисович, когда вы и при каких обстоятельствах стали членом общественного движения «Донецкая республика»? Примерно в январе 2015 года я вступил в ряды. Когда стал вопрос партийного строительства в республике, формирования, так сказать, политической системы, глава республики возглавил общественное движение «Донецкая республика». Я, как человек неравнодушный и переживающий, и желающий сделать все для того, чтобы наша республика развивалась, я пошел... Нашел, так сказать, в Центральный исполком общественного движения, подал документы и вступил в ряды общественного движения. Сейчас... Это моя была принципиальная жизненная позиция. Сейчас, в нынешнее время, какие у вас обязанности, чем вы занимаетесь? Ну, я руковожу районом и руковожу местным отделением Ворошиловским нашим общественным движением «Донецкая республика». Это серьезный участок работы, центр республики, центр города Донецка. На сегодняшний день это, наверное, самое крупное местное отделение в республике. Насчитывает 7473 сегодня члена и 290 первичек. И эта цифра динамична, она постоянно меняется в сторону увеличения. Мы очень серьезно и активно работаем с учреждениями, предприятиями. Мы ищем наших единомышленников, людей, не просто единомышленников, а людей с активной жизненной позицией, которые... Ведь вступить в члены общественного движения – это не просто записаться. Это продолжать заниматься, участвовать в различных проектах, различных акциях. Можно сказать, что вам сейчас не хватает кадров? Я не скажу, что нам сейчас не хватает кадров. Я хочу сказать, что мы далеко еще не со всеми нашими сторонниками провели работу организационного характера для того, чтобы позволить организовать им вступление, так сказать, в ряды общественного движения. Посмотрите, был референдум, были выборы главы государства, парламента. Недавно мы провели праймерис. Мы видели, какое количество людей пришло на избирательные участки и
кое количество людей поддержало нашу позицию. Это подавляющее большинство. А на сегодняшний день при 85 примерно тысяч сейчас в Варшавском районе проживает, из них 7,5 тысяч являются членами общественного движения Донецкая Республика. Я думаю, наверное, эта цифра должна быть в разы больше, однозначно. У нас студенческий район еще Ворошиловский, более 20 тысяч студентов у нас проживает. Я думаю, что там есть огромное количество ребят, которые должны поддержать и разделяют позицию нашего молодежного крыла. Я думаю, что и там будет серьезный прирост членов. Вот. Поэтому наша задача скоординировать эту работу, организовать, провести мероприятия агитационного характера, разъяснительную большую серьезную работу продолжать. И тогда наши ряды увеличатся многократно. Люди... С какими трудностями вы сейчас сталкиваетесь? Ну, я бы не сказал, что у нас есть особенно какие-то большие трудности в этой работе. Понимание у граждан есть, чисто организационного характера. То есть просто банально иногда не хватает времени дойти до каждого трудового коллектива. Поэтому мы занимаемся плановой деятельностью, стараемся оптимально определить график нашей работы и встречаемся с коллективами. Вот мы сейчас активно ведем работу с нашим, так сказать, с культурной составляющей. Мы все-таки Варшавский район – это центр культуры Донецкой Республики. Здесь у нас находится базовое предприятие культурное. Вот мы были, встречались на этой неделе с коллективом нашей государственной филармонии Донецкой. Мы встречались с коллективом Донецкого нашего оперного театра. Там большое количество людей работает, и людей, которые сегодня несут в массы искусства и являются сегодня очень востребованными. Мы видим, что по сравнению с мирным временем посещение людей увеличилось намного у нас в наши театры. Там постоянные аншлаги, извините меня, за месяц невозможно билеты купить. Вот. Поэтому эти люди, они авторитетные, они не безразличные, и они тоже пригласили нас, и желание их есть большое — вступить в ряды общественного движения. Мы создали там первичные ячейки, принимаем анкеты, принимаем людей сейчас, ведем вот эту работу. Да, действительно, Ворошиловский район является вообще центром Донецка, сердцем, так сказать, республики. Да. Какова специфика работы в этом районе? Чем отличается работа в Ворошиловском районе, допустим, по сравнению с Ленинским районом? Ну, вы сами сказали, здесь и географический центр, здесь транзитные все проходят автомагистрали, автовокзалы. Тут большой поток людей со всей республики, со всего города Донецка. Он экономически более развит, в Ворошиловский район приезжают тоже большое количество людей именно работать. Культурный центр, мы уже с вами говорили об этом, студенческий центр. Здесь 4 ведущих высших учебных заведения находятся. Это здесь проходят в основном все массовые мероприятия. Здесь располагаются представительства общественных организаций, движений. Здесь располагаются офисы всех учреждений, имеется в виду и аппарата управления республики, и министерства, ведомства. То есть наши граждане, жители Ворошиловского района, у них путь к большим, так сказать, чиновникам, руководителям республики, он наиболее короткий на сегодняшний день. У нас работает общественная приемная, у меня в администрации. Общественная приемная, общественное движение Донецкая Республика, мое местное, и республиканское также находится. А там уже, извините, там и все министры по очереди прием ведут, депутаты Народного совета, глава города. То есть у наших жителей, как бы, можно сказать, привилегированное положение, они имеют возможность прийти на прием абсолютно свободно.
У нас на информационных стендах размещена информация, когда ведется прием. И решать вопросы широчайшего характера. От небольших, казалось бы, там, социальных, там, коммунальных каких-то проблем до инициатив, вплоть до законотворческих, таких какие-то более широких. Можно... Какими вопросами чаще всего к вам обращаются? Ну, как чаще всего, это социальный блок, это люди, попавшие в беду, это юридические консультации. У нас много проблем, связанных с потерей людьми документов, просрочкой документов. Бывают, проживают у нас есть и бывшие военнопленные, которые по обмену с украинской стороной вернулись сюда. Самые различные тяжелые и менее тяжелые ситуации жизненные – это то, что нам приходится решать, и что не в наших полномочиях, мы обращаемся в вышестоящие инстанции. Но я вам хочу сказать, порой по линии общественного движения, через общественную приемную, эффективность решения вопросов зачастую в разы выше. То есть с пониманием относятся. Если запросы идут по линии общественного движения, к ним отношение более, может быть, серьезное. В общем, как-то это дисциплинирует чиновников. Вот. Ну и коммунальные вопросы, это однозначно, юридическая консультация, в общем, весь спектр. Более 1500 за обращений за 2016 год, вот на сегодняшний день. Это только через районы общественного приема у нас прошло. Подведя итоги 2016 года, вы можете назвать мероприятия, либо ваши достижения, которыми вы гордитесь? Ну, во-первых, я сказал, что наше местное отделение самое крупное на сегодняшний день в республике. Все самые яркие массовые мероприятия, которые проходят, это, как правило, Ворошиловский район. Ну, центральная площадь даже. Центральная площадь, да, День независимости республики. Это все-таки ваша День гордость. Победы. Конечно, мы наиболее представлены, наверное, наше местное отделение во всех этих мероприятиях. Вот. Большое количество мероприятий. Знаете, мы стараемся все-таки работать так со своими рядовыми членами и с первичными ячейками. Прежде всего ждем от них инициатив. Люди, проживающие, скажем так, на земле, рядовые наши члены общественного движения, наши граждане, они как никто могут оценить то, что происходит в республике, качество работы учреждений, организаций, там, извините, банков, управлений, как работают законы, как работают социальные службы. Они на себе это видят каждый день. И поэтому обратная связь, так сказать, о нашей работе поступает как раз от рядовых наших членов. И инициативы просим и ждем, и часто очень с различными проектами к нам обращаются, которые как раз идут снизу. Ну, вот, скажем так, автомобильная академия наша республиканская, которая расположена в Ворошиловском районе. Первичная ячейка очень активная. Там у нас товарищи разработали проект, причем программу, я бы сказал, даже целую, связанную с организацией процессов, связанных с безопасностью движения на дорогах. И привлекли сюда министерство профильное, это Министерство образования, Министерство транспорта, госавтоинспекцию, рядовых членов общественного движения, используя свои знания и наработки в проектировании вообще всех этих процессов, связанных с безопасностью движения, разработали целый проект, который длился, ну, неделю, это была неделя безопасности движения, начиная с учебных заведений начальных, с детских садов, школ, высшие учебные заведения, там проводились мероприятия, занятия практически самые разные. Потом непосредственно на дорогах Ворошиловского района, города Донецка. Потом проводились мероприятия при участии профильных комиссий в Народном совете, обсуждение проблем, связанных с безопасностью движения, при министерстве, госавтоинспекции. То есть такое мощное, масштабное
мощномасштабный проект. Вот. Ну и который закончился, порядка 300 человек приняли участие вот в митинге, приуроченном к дню памяти жертв автокатастроф. Это такой всемирный день. Тоже мы это провели совместно со всеми. То есть вот это проект и привлечение внимания большого количества граждан к такой серьезнейшей проблеме. Причем это очень важно для нашего молодого государства, что мы об этом думаем. Значит, мы цивилизованное государство. Вот. Это один из проектов. Университет наш экономики и торговли имени Туган-Барановского две недели назад происходил республиканский с международным участием конкурс от бизнес-проектов. Это актуальные концепты экономического развития предприятий. Ребята разработали более 20 проектов, их презентовали, конкурсная комиссия, причем это были в этой конкурсной комиссии были представители бизнеса, представители учебных заведений, ну, понятное дело, общественного движения. И очень интересно было, имело с собой серьезную практическую основу, и многие проекты были настолько реальны и в будущем получат однозначно реализацию, взяты в работу конкретными предпринимателями. Вот это вот реальная такая работа, которая и в помощь развитию республики и развитию всего экономического блока республики. Это вопрос реализации наших студенческих, так сказать, инициатив и задумок. И последующие там вопросы последующего трудоустройства этих талантливых ребят. Еще раньше в мирное время развитые предприятия, корпорации, они еще с студенческой скамьи, с экзаменов отслеживали потенциальных своих будущих работников, мотивировали их еще на стадии обучения, на стадии, когда они сессии сдавали, дипломные работы защищали, и уже могли тогда, это тот, кто думает о кадровом составе своего трудового коллектива, вот этими делами занимались. Вот эта работа, тот проект, о котором я сказал, он тоже имеет за собой очень серьезные перспективы и очень важен в самых различных аспектах. Вопросы патриотического воспитания. Мы проводили молодежный фотоквест «Наши звезды», где наши ребята молодые по памятным местам различным, знаковым Ворошиловского района, получали задания, сфотографировали, изучали историю этих мест, и потом на конкурсной основе, соответственно, это мероприятие проходило, тоже такое развивающее, прежде всего, в патриотическом направлении мероприятие. Ну, много у нас проектов, мы параллельно ведем огромное количество, плюс это же и республиканские проекты, и городские наши, мы работаем в команде у нас местного Донецкого отделения, которая состоит из 10 местных отделений, это районных и города Моспина. И поскольку мы одна команда, и очень многие проекты пересекаются и делаются в масштабах города Донецка. Это тоже одно из серьезных направлений. То есть взаимосвязь донецких отделений общественного движения? Однозначно. Очень многие проекты, да, наверное, половина всех действующих проектов, они пересекаются, переплетаются, делаются совместно. Вот. Ну, плюс мы, конечно же, делимся опытом, наработками. Вот. Многие предприятия города Донецка осуществляют деятельность во многих районах одновременно, поэтому тоже совместные вещи происходят. Ну, таким образом. Тут праздники. Что Ворошиловский район подготовит для жителей Донецка? Чем будет радовать? Значит, 23 декабря добро пожаловать на открытие республиканской нашей городской елки. Приглашаем детей и взрослых. Глава города, возможно, глава республики будут ее открывать. Плюс в этом году будет новшество. Всю эту неделю предпраздничную, включая и сам Новый год, до утра там будут происходить развлекательные мероприятия для детей.
будем привозить детей со всей республики, со всего города. По инициативе общественного движения Донецкой республики? Конечно, в том числе. Там это совместный проект администрации и общественного движения. Там будут и бесплатные чаепития, там какие-то сладкие вещи, плюс развлечения для детей. То есть там обширная, серьезная программа готовится. Такого еще в городе Донецке не было. Ну и мы готовим мероприятия для наших детишек в нашем республиканском дворце юношества и творчества. Будет в театре оперы и балета, вы знаете, елка главы республики, куда тоже дети из различных категорий приглашаются. Там есть дни. Значит, наш донецкий аквапарк будет социальную группу детей принимать тоже. Мы туда будем предоставлять такое развлечение для ребят, которые не могут себе позволить это в обычное время. Все это бесплатно. Кинотеатр Шевченко, то же самое, акционные и бесплатные билеты. Это тоже мы этим занимаемся. Золотое кольцо. Там будет два мероприятия с Дедом Морозом, Снегурочкой и детишки. Пойдем мы в наш следственный изолятор, где на сегодняшний день тоже несовершеннолетние дети отбывают, кто наказание, кто находится сейчас под содержанием там. Но это тоже наши дети, которые тоже нуждаются во внимании. Они ждут, придем туда тоже с подарками, елку там им поставим. Тоже мы над ними держим шефство. Интересует такой вопрос. Праздничные украшения по городу, имею в виду световые какие-то декорации, они будут установлены и в каких количествах, они в каких масштабах? Они уже устанавливаются, причем это серьезнейшая работа. Ну, то, что площадь Ленина и наша самая красивая елка, это вы видите, ель уже стоит сейчас, украшение световыми гирляндами. Те элементы, которые были прошлый год, световые деревья, ели по всему району, это вы тоже видели. Наша серьезная работа — это с предприятиями, учреждениями, организациями, с торговыми офисами, всеми, которые находятся и осуществляют деятельность в районе. Мы их убедительно просим, они сами понимают необходимость, украсить фасады зданий, витрины светящимися элементами, гирляндами. Должно быть праздничное настроение однозначно. Работа серьезнейшая. Тут наши сотрудники, скажем так, условно поделили район на сектора, и каждый отрабатывает свой. Всем доведена необходимость украшений. Я пользуюсь сегодня возможностью, тоже призываю всех, давайте сделаем друг другу праздник, нашим гражданам. Давайте украсим наш город, наш район. Все-таки Новый год, он каждый раз новый, поэтому должен быть праздник, должен Дед Мороз быть, все должно быть у нас хорошо. Ну а забегая немного наперед, вы можете поделиться планами Ворошиловского района и вашей ячейки общественного движения Донецкой Республики? Мы продолжаем работу, да, работы на самом деле очень много. Мы же работаем, исходя из того, что вообще происходит в республике. То есть мы все наши проекты, это по необходимости, так сказать. Мы понимаем все болевые точки, все возникающие проблемы, связанные с ситуацией нашей внутренней и внешней. Мы чувствуем и знаем проблемы нашего района. Исходя из этого и будем формировать, так сказать, план, пакет проектов, акций и дальнейших наших действий. То есть, используя наработанный опыт, используя тот кадровый потенциал, который у нас сегодня есть, а это уже, извините меня, целая армия, мы на самом деле можем очень много на сегодня. Тех людей неравнодушных, огромное количество, которое готово сегодня поддержать и себя, и других, поэтому все эти мероприятия будем отрабатывать. У нас есть такая возможность, и очень трудолюбивый
и грамотные у нас сегодня члены общественного движения. Хочется, в свою очередь, пожелать вам успехов дальнейших, чтобы все ваши планы были осуществлены. Ну, а я напоминаю, что сегодня в студии «Донецк Лайв» был Латынцев Владислав Борисович, секретарь местного отделения общественного движения «Донецкая Республика» в Ворошиловском районе города Донецка, а также глава администрации Ворошиловского района города Донецка. Спасибо большое за эфир. Всего вам доброго. Спасибо. До свидания.